Владислав Александрович, если можно, ваше мнение о «Неделе звезд» хоккея в Уфе, как отнеслись к этому событию? Я хочу сказать, что я с удовольствием отнесся к такой прекрасной традиции. Я думаю, что это не первые соревнования, которые здесь проходят, но такого соревнования еще не было. Это первое, чтобы участвовали женские команды, участвовали наши лучшие хоккеисты континентальной хоккейной лиги, слэш-хоккей. Я хочу сказать, что это действительно большой праздник хоккея. И это все делается, по-моему, для того, чтобы действительно продолжить праздник нашего великого хоккея, которому исполнилось, вы знаете, в том году 70 лет. Вот, поэтому я думаю, что это продолжение вот этого праздничного вечера, который шел круглый год. Мы вспоминали своих ветеранов, свои победы. И вот сегодня, как завершение, это вот такой гала хоккейный концерт, можно так сказать, который сегодня будет проходит здесь. И я, конечно, благодарю все руководство Башкирии за гостеприимство, за организацию. Я знаю, что новый куб, новый, много обновлено, свет. Все сделано для того, чтобы действительно этот праздник прошел на высоком уровне. Почему вы выбрали именно матч звезд женской хоккейной лиги? Ну, потому что, к сожалению, у нас съезд партии 22 числа. Я должен на съезде партии быть, поэтому я не смог приехать. А поэтому сегодня у меня единственный свободный день, поэтому я сегодня приехал на женщин поддержать. Уфа-арена сильно изменилась, обновилась? Да, я и говорю, что я уже посмотрел, и свет, и куб, и, в общем-то, очень красиво. Дай бог, чтобы все работало на высшем уровне. Даже удалось вам посетить «Золотую шайбу». Понравилось? Да, мне понравилось. Я мальчишкам даже позавидовал. Почему? Потому что мы в свое время не имели такой формы, не имели такого льда, не имели такой коробки. Поэтому я сам прошел через «Золотую шайбу», и многие наши хоккеисты, Мальцев, Харламов, все прошли через «Золотую шайбу». Именно через «Золотую шайбу» мы попали и в профессиональные клубы. Поэтому мальчишкам я пожелал удачи, сфотографировался с ними, автографы. Это была хорошая встреча. Ну и напоследок хотелось бы узнать ваше мнение. Матч звезд женской хоккейной лиги, насколько он важен? Очень важен для нас. Почему? Потому что у нас есть успехи. Мы бронзовые призеры. Чемпионат мира старшей команды и 18-летней буквально неделю назад наши выиграли. Вот. Поэтому нам нужно как можно больше, чтобы девчонок привлечь к этому виду спорта, именно к женскому хоккею. Ну, я хочу сказать, что в Канаде 92 тысячи зарегистрированных хоккеистов, у нас только 3. Поэтому о чем можно говорить? Поэтому, чтобы нам обыгрывать и занимать золотые места, нам нужно как можно больше, чтобы девчонок приходило в хоккей.